5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо.
Так, ну вот уже что-то получается, то вообще ничего не было у вас. А сейчас уже чуть-чуть набиваете. Еще раз, девочки, если вы будете играть нормально в настольный теннис и выберете Артема, вы можете ходить потом по всему лицею. Да я в настольный теннис Артема буду. Артем будет зрителем, пошли поиграем, я лучше играю. Скажешь, нет, я уже выиграл, все, уже играть нельзя. Нет, а он скажет, что ты слушаешь. Я скажу, давайте реванш. Да не надо, скажи, я не хочу больше. Значит, вот. А мальчики тебя вначале девочкам подаются, поэтому этим можно воспользоваться. Да. Да. И все. Я так дочке своей подсказал, она там выиграла у футболиста. Она говорит, ой, папа, я у футболиста выиграл. Я была в 6 классе, футболист уже в институте учились. Не знаю, как она выиграла, но я ее учил играть, но не знаю, как она. Она говорит, я выиграла. Я говорю, все, Нина, больше с ним не играет. И вот вся команда его дергала, да, Вася, у тебя девочки выигрывают маленькие. И вот он бегал, говорит, Нина, пошли играть. Она говорит, я не хочу, пошли играть, не пойду. Он ко мне приходил, говорит, тренер, скажите, чтобы дочка ваша сыграла. Я говорю, нет, иди ее уговаривать. А как нужно уговаривать? Мороженое надо было купить. Да, и тренер, когда был уговорил ее. Иди сюда ко мне. Так, извини, сюда. Сюда. Значит, еще раз, сейчас, ручки. Сейчас мы повторяем Арункаря и Наиде. Смотрите, еще раз, я взял закладку. Нога впереди. Тебе, чтобы упасть, нужно встать по фронтальную стойку. Только фронтально. Только вот. Ага. Значит, еще раз. Два движения. Убираем ногу. Раз. И руками скручиваем. Хоп. А ты старайся не сразу упасть, а сделать один, два шага. Потом на колено. Смотрите еще разочек. Значит, еще раз. Нет, ты не берешь. Ты ставишь ручки. Я бросаю. Посмотрите, не стойте вот так вот, взяли захват, так стоите. То есть рука впереди, я бросаю. Нога впереди и рука. Отсюда руками раз, в угол, оп, и отсюда бросок. Так, встали, встали, вы. А, ты с кем был? Алексей, берешь его вот туда, вот туда. Алексей, бери его. Я беру меня. Нет, ты сюда. Сюда. Ты два броска, он два броска. А, Вика, идите сюда, ко мне, Вика, ко мне. Девочки, ку-ку! Аделина, пошли. Берешь Михаила и работаешь с ней. Два раза ты, два раза Михаила. Быстрее. Так. Еще раз. Не надо пока, это когда задняя подножка. Тут ты же стоишь, поворачиваешься, бросаешь его вперед. Давай, вперед. По два броска, два броска. Два броска, иди сюда. Все, вот так. Бери за и
иди все броски. Вперед бросай, Маделина, не назад. Мате. Так. Сейчас. Сейчас, Вика, вот. Все по двум колонны, друг за другом построились, Вика ко мне. Значит, еще раз. Еще вперед. Даже мы сделаем так. Становитесь вот сюда, вот сюда. Аделина, вперед, 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 Аделина. Ко мне, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Стоп. За Аделиной все встанем. Вика, встань сюда. Нет, вот посмотрите на бровь. Вот, вот так. Вот так. Кто двигается? Хвост. Двигайся туда. Куда? Нет. Ты стоишь так. Лицом ко мне ты сам встанет. Тогда я на встанет. Встань туда. Значит, смотрите внимательно сюда. Вот стоит, вот Вика стоит. Вот она стоит. Что вы делаете? Встань сюда, Вика. Значит, что вы делаете? Вы, встань туда. Дальше. Правую ногу вперед. Посмотрите внимательно, что вы делаете. Вы берете руки и идете. Раз, 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 раз. Ты берешь за руку, хоп, и делаешь бросок. А ты, Вика, покажу. Давай, идешь. Ноги шире. Раз, и бросок. Уходи. Следующее. Раз, ноги шире. За руку, раз, бросок. Так, раз, и бросок. Стоп. Мате, ко мне сюда. Вика, становишься... Становишься вот сюда, вот сюда, вот сюда. А вы становитесь сюда. Здесь ты берешь, здесь просто шею. Так, ножки пошире. Готовы? Хачивай, поехали. Пошли. И бросок. И бросок. И бросок. Ушел, ушел. Давай. Сразу ногу вперед, сразу боком становись. Стоп, Мате. Так, я считаю, значит, сколько у нас человек? 500. Артем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Значит, это шесть человек. Пять раз вы идете, пять раз. Это 30 бросов. Приготовились? Хорошо. Бросок. В ту сторону. Какие ноги? Два. Три. Четыре. Эй, не толкай его. Пять. И не подходи близко. Кто там? Шесть. Сколько сейчас идет? Быстрее. Семь. Уходи, уходи. Восемь. Сразу готовься, Вика. Девять. Не подходи близко. Сразу девять. Десять. За шею. 11. Не тащи за собой. Пошли, 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 пошли. 12. Руки, руки держи. 13. Не тащи, а то она на тебя упадет. Быстрее уходи. 14. 15. 16. Уходи. 17. Еще раз делай шаг сюда, а ты не хочешь падать. 18. Еще 10 бросков. 19. Уходи, уходи, уходи. 20. Еще немножко, ребят. Да не толкайте его. Да. 21. 22. 23. 24. 25. 25. Вот так, хорошо. 26. Я так не делаю, хорошо? Где ты ногу положишь? Разворачивайся больше. 27. 28. 29. 30. Последний. Оп. Пошли 7. Тихо, стоп. Раз, нельзя спустить. Так. Возьми просто по кругу, три круга. Просто иди отдохни. Еще раз. Вы подходите. И если вас сюда бросают, вы берете эту ногу сами. Конечно, вам тяжело делать.
Я же вам сказал так. Ножки пошире, наклониться. Тогда ей легче будет бросать. А вы ставите ноги высоко. Как тогда? Колено болит немножко? Нет, ну слава. Значит, сейчас берете ракетку, все, такая, пока садись там. Берете ракетку и еще раз. Один здесь, другой здесь. Передача мяча снизу. Хоп, хоп. Понятно? Так, вы вдвоем подошли сюда. Ага. Вот три ракетки, один мяч. Значит, вы играете на Вику, Вика на тебя играет. А можно пошли. Так, подошли вдвоем. Держи. Вы там друг другу передаете мяч. 10 раз нужно передать. Мальчики, сюда. Пожалуйста. 10 раз. 10 раз. Высоко очень. Еще раз. Подожди. Дай мяч. Посмотри внимательно. Ты должна. Отсюда. Оп. Нет. Отсюда, если будешь играть, будет всегда бить. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Хорошо? Пожалуйста. Так, ты боролся. Вот ты отдаешь ему плохо мяч, он начинает бегать. Вот тебе плохо, ты начинаешь бегать. Конечно? Нет, нет. Еще раз. Здорово. Потихоньку передаем. Уже интересно. Становись сюда. А ты сюда становись. Артем, ракет сюда. Ты берешь это рукой, это. Давай. Руки. Свикой сейчас играешь. Нет, это очень низко. Чуть-чуть выше надо, половинка. Это очень низко. Вика, нет так. Отсюда прыгай. Становишься вот. Раз. Два. Еще раз. Держи. Вперед. Вы что, меня кидаете мячик, да? Пошли, пошли, пошли. Ну, у кого больше? Михаил, ты со мной. Ну, так играй хорошо. Стоп, Аделина, встань вон туда. Так, подойди ко мне сюда. Скажи, иди сюда. Вот если почему ты здесь бежишь, я думаю, надо быть познать. Да. Приготовились. Пошли, кто больше? Дай мяч. Вот это делать не надо.